Опа, есть! Перша есть! Хо-хо-хо, хорошо! Ох, мамулька! Мамулька! Тихо-тихо! Подкладочки под толку. Так, давай. Что, говори? На весла, а ну посылайся. Надо вот идти. Народ, всем привет. Сегодня очередной раз выехали на велику воду, на Дніпро. На наше прекрасніше Дніпро з лодки. Цей раз ми виїхали з лодки з мотором. Вместе с Виталиком, канал Поликарп. В общем, будем пробовать ловить крупную щуку. Потому что по заводях, ну, в основном мелко, там бывают отдельные экземпляры. Сегодня мы настроены дуже серьезно, дуже решительно. Что из этого получится, мы побачим, но мы надеемся на успех. В общем, наша цель — фарватер, тяжелый джиг. А там как карта ляже. Взяли мы, кстати, с собой и лайтовый спиннинг. Давайте пробежим трошки по снастям. Калибросик. Троечка. На видео мы не видно. Парсун 26 лошадиных сил. Ну нормальный. Чтоб... Серьезно. Мансовский ультрафиолет. 10-граммовая джиголовочка. Катушечка, спиннинг. Все готово. Первый заброс. Сегодняшней рыбалки. Пока что 10 грамм. Наверное, 6 грамм. Дуже быстро будет стягивать. Опа, есть! Перша есть! Хо-хо-хо, хорошо! Баксик отрабатывает, непогано. Ну давай, Виталя, давай нам посачика. Хорошо! Стой, 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 поднимайся! Не иди в якорь! Ой, хорошо! Лящ! А? Лящ! Ё-моё! Багрильщики! Ты, короче, есть! Ну! Но не извиняюсь, там, где есть такой лящик, там есть крупная щука. По-любому. Да, метод багрения. И кто-то звонит, значит, кто-то чувствовал. Не, ну кайфок, ощущения. Я, честно говоря, думал, хороший щукует. Год простоя. Парсунчик. В общем, по снастюшкам це Віталіка, це мої. Салмовський мастер. І силиконка в нас буде фіолетик 24 грама. І мій любимий брізик от фаворита. В общем, ультрафіолетовий манс, 10 грам джиг-головка. Подсака для того, щоб витягувати крупну щуку. Дніпро єсть, снасті заряжені, поїхали. Ух, итак, народ, есть. Приехали мы на фарватер. В общем, третья точечка, где мы стали. Стали мы на 3-метровой глубине приблизно. И есть одна сработочка. Вытягнув за багры, короче, лящика баксиком. Но у нас есть хорошие надежды в том плане, что где белая рыба стоит, естественно, ее будет охранять хищная рыба. В общем, что, пробуем. Дивимся, что получится. Прям удар. Прямо с ударчиком? Mm-hmm. Тебе подсавщик надо? Да. Давай, хорош.
Оп, аккуратненько. Ну. Вот так, мужики. Кто ляща ловит, а кто щуку. З икрулей. Невелика, но я думаю, приятно было на ультралайтик, да? Да. Не, удар класс. Хороший прям. Так оно называется. Вот это ты на оце вытягнул. На оцю приманку. Я думал. Так смотри, ты видишь, она с икрой. С икрой. Большие видно ей, ну, а маленькая такое не пропустит она. Ну, а тоже она еще невелика. Так в пол воды, на вообще я не это. А, ты по дну не стукал? Ну, 6 грамм оно, да. Ну, молодец. Ух ты! Удар! Опа! Есть! Оба-на, мужики! Зишла! Ё-моё! Фух, итак, мужики, переплыли чуть-чуть ближе до острова. В общем, что, нашли, я так понимаю, опять стаю ляща, потому что та стайка быстро ушла. И будем сейчас пытаться с ней выловить щуку, та, что охраняет данного ляща. Поехали. Щука. Твоя чи? Не, твоя, тягни. Ого, оце удар був. Блин, от я ж тобі за що й говорив. Плюр, я ж тобі за що й говорив, що тут є можливість. Є можливість вальнути нормального щукоїда. Давай. Давай, я готов. Ее бери, потому что у меня ж там флюр. Да ну понятно дело. Ох, мамулька! А? Мамулька! Тихо-тихо! Тихо-тихо! Давай, давай! Нет! Красава! Вот это щукует. Лидгриб, держи. Уф, давай. Щукует. Класс. А спиннинг лайтовый гнется. Надо фоточку запилить. Да. Супер. Лацни меня. Да, конечно, сейчас. Легко. Ах, блин. Сход. Хорошо. В том же духе, не забудь сказать. Да, двойник, у тебя проблема с двойничком. У меня уже второй раз. Опа, есть! Мужики! Да! Нашли стоянку щучки. Первый заброс, но, к сожалению, не такая хорошенькая. Лящ! Карась! Карась! Тарань! Сказал я себе. Тарань в заглот! Баксика, ля! Баксика заглотнула! Вот да? Это рануха! Красава! Ты шо? Бомба! Ты меня сфоткаешь? Видишь, она бы не зашла никогда в жизни. С ударом, да? Да! Вальнула.
А сколько ты поставил, тоже маленькая? 8 грамм. Хищница ты моя. Так, мужики, делаем фоточку в рыболовну групу и в Instagram, так что не забывайте подписываться на соцсети. Там вы побачите информацию сами первые. Смотреть нельзя, близко. Да. Вот просто жалко, что мы без эхолота. Я бы эхолот как раз протестил. Ну это так у нас. Проверочная. О! Видел удар? Удар, четкий удар. Так ты мне таким... Подержи, а. А что, что я включил? Я включил, включил. Ага. А, ребята, снял камеру, а тут поклевка. А тут поклевка. Не крупная. Нормальная. Не такая. Судак. Судак. Ух ты, красавчик. Так второй раз. Он был удар. Ты видел удар? Да. Надо зафоткать. Ну блин, сегодня рыбалка. Вся рыба, якая есть, на водоеме вся наша. Давай я сфоткаю, держи. Слышишь, без эхолота стоим, сколько тут глубина? Что тут за дно, да? Ёлка. Блин. Зачем нам дивиться вообще на эти эхолоты, показания? Мы приехали рыбу ловить. Ну. В общем, я сегодня выступаю по мирній рыбе. Виталя по хищнику. Сейчас подожди еще. Может все поменяется. Виталя, навчи щуку ловить. А? Навчи щуку ловить. Бери он там мою эту. Маленькую приманку. Та я ж на баксика. Ты думаешь щука или да, судак? Щука, наверное. А там кто его знает. Я уже не загадую. А, ну поклевка четкая, конкретная. Ты видишь, что откуда? С дальняка прямо тут воду сорвал. Щука, да? Да. Возьмешь чи? Глянь, прям как надо. Возьмешь? Там она маленькая. Да, возьму. По-профессиональному. Все, мужики, закончився другий день нашої рибалки на воді. В общем, сьогодні мені удача не особо улыбнулась. У мене сьогодні була рибалка в стилі ловля білої риби на джиг. Ну, тим не менее, були в мене досадні сходи. І в принципі непоганої риби. А Віталік сьогодні відлічився непогано. І взяв він 3 щуки, одного судака. В общем, в нього вийшла рибалка реально на джиг хищної риби. Ну, в нього була секретна снасть, про яку ви узнаєте прямо зараз. Мужики, дивіться внимательно і запам'ятайте